Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy M14. И сейчас мы разберемся, как отобразить заряд аккумулятора на строке состояния нашего телефона. Итак, для начала мы переходим в настройки, после чего открываем раздел обслуживание устройства и выбираем здесь первую функцию, это батарея. Дальше мы чуть спускаемся к другим настройкам аккумулятора, и здесь в настройках аккумулятора можно выбрать показать процент зарядки. Мы нажимаем на эту кнопку, и как видите, процент зарядки сразу же появляется в строке состояния нашего устройства в правом верхнем углу. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!